слева на первом, наш. Флешка твоя? Моя. Я выйду. Одного убил, второй прямо вмеченный. Я его убил. Кто по кустам ширкает? Взорвал. Минус три. Парни, помните Хардкилла? Мы иногда играем вместе. Сходите, зацените его канал. Там моменты из Старкова, атмосферный ДС, отрядные игры с Арма 3, само собой. Подпишитесь, если вам нравится хороший геймплей. Ссылка будет в описании под этим видео. Этаж. Забор. Да, похоже. Убил его, да? Да, убил. Все. Тут, по-моему, еще топал, кроме него. Так, у меня проблема. Они у меня уже. Кто? Где? Фуки. Где ты? На чупике. Да, ходит на КПП, вид на крыше. Я поднимаюсь. На крышу себе. КПП моего, да? Да. Жопа тоже есть. Жопа вышка спускается один. Ёптать. Куда, бля? Куда мы попали? Заберите меня. Ага. Одного убил. Второго не вижу. Может, конечно, один был, просто бегал туда-сюда, показалось. Вид живой, да? Тут клановый у меня. КПшного убил. Проверяю. Вроде один. У меня теплак, он тебя видел, поэтому прекрасно. Да, я понял, почему он на лестнице распалил. Еще и прицел один запасной есть. Убили меня. Поднялись к тебе, да? С военных складов. Нет, с военных складов я протупила. А эти типы что, у тебя все еще были? Аня, дверь ты открывала в здании под шариком? Да. Угу.
выхода, пока я ушел оттуда. Белого. Юсек был, кнопку врубал. Пошел их свалить. Ты можешь тут посидеть мне, как бы после давать инфу. Ты сейчас скину весь лут. Теплаки тут всякие, всякая хрень, да. Там же гаража ходит. Да-да, там обошел. Посмотрим там. Да-да. Убил меня. Нихера. Я только-только. Я, видимо, тоже тепло. Он сейчас расслабиться должен. То есть он поймет, что убил. Возможно. Двое минут. Убил двоих. Оба с пилигримами. Так, мазерловер, говоришь? Хоппер какой-то. Че, я вот он, мазерловер. Калаш обычный, с прицелом, правда. И Мосинка. Второго тоже калаш, КМ. Да, хорошо. Тут поубивали типов с РПКшками в сумках. Секунду, сейчас выйду. Где-то у меня непролутанный бирец, блин. А, я ж у кнопки убивал, все правильно. А ты ж видела вроде, нет, что ли, тепло? Я его не видел, я слышала. А, окей. Второй этаж. Нет, третий этаж в левый корпус идет. Я к нему шифту поднимаюсь. Я бегу в единичный. А, нет, ты на чипике? Да. Ну что есть правильно? Я пока что не вижу. Там еще нужно. Возможно, он реально на. Он зарядил калаш. Ну, какое-то оружие. Они мертвые. Двое? Двое. Я тут. Где вот кубничная комната? Кто у меня еще ходит в жопе верта? Не мы. Кто-то еще есть. Ну, я в Мещенке, я говорил. Да-да, я понял. Нет, просто я тут услышала. Сумку. С оружием, оружие поднял. Не сообразишь где? Он где-то справа корпуса. Не с этого.
сходи на лестницу и там, Нейт. Давай. Ну, где-то там должен быть. Убил? Он на лестнице. Убил меня, блин. Прям выше по лестнице. Убил. Я боялся, что тебя убью, блин. Не понимал, кто из вас кто. Вот опять тоже ходит? По дереву. Мы с тобой сидим, а кто-то ходит по дереву у нас. Сейчас кто... Кто бегает? Кто бегает? Я на улице бегаю. У нас, да? Нет, ну на камнях. Блин, ну неужели я тебя слышал? Ну я по дереву не ходила. Но дерево ходит все еще у нас. Все, минус. Справилась? Молодец. Где же он сидел-то? Я почти все комнаты обошел. Да, я тебе говорю, что он по дереву где-то тут шаст. Так я тоже дерево слышал. Сволочь, блин. Квест «Найди Аню» называется. Не смотри на меня. Чё стреляешь? Кстати, поднимайтесь поосторожнее, потому что, я не знаю, либо меня параноят, либо там кто-то ходит. Сказал вовремя, когда мы уже к выходу подошли. Давай, спрыгивай, пойдем. Убрал. Я тоже не буду. Ну, так варяюсь на этой неделе как-нибудь. Есть. Вышка, КПП под вышкой сидят. Это не они. Это не Масенко. Там какой-то нормальный сидел. Четко под вышкой. Да, горит белым. Напугаешь его хотя бы? Граната мне летит. Еще граната. Ой, хорошая летит, падла. Он правее кидает мне гранаты. Убил. Двое минус. Справа. Да, и на меня бот просто выскакивает, который проходил. Подходите сюда, сбежайтесь. Тут с теплаками чекайте дальше обстановку. Иксом он заливал. Мощненько где? Мощненько чуть дальше. Потом. Я просто начал по нему стрелять, и ты как раз таки в прицеле. Тут обрез мощненький с прицелом. Еще с лазером, да. Убили, да, там своего типа? Двое, трое зашли в меч. Откуда? С бокового? С боковой дырки от этого, от этого, от этого. Угу. Странно, что островов нет, потому что дальше... Тихо, они бегают прямо тут у нас. Даже. Они пошли в меченую, Мэтт. Понял. Слева на первом наш. Флэшка твоя? Моя. Я выйду. Одного убил, второй прямо в меченый. Убил? Он меня убил. Понял. Я его убил. Должно быть трое, да? Не надо.
кустам ширкает. Взорвал. Минус 3. Переключился туда? Да, ну да, заходи. Так, господи, почему ты в первую очередь лечишь руку? ЧВКшник, живот чини. Если вам нравится такой контент, подписывайтесь на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новое видео. Снайпер, а не голстовая элочка сидел тут. Чить с него. Убили меня. Это было что-то очень громкое. Это была как раз таки походу ДВЛ-ка. Так, Вид говорит, что камни, да? Тогда я выбегу через пролом. Уйду туда на бункер жопу. Мне, который ближе к чупу, да? Да, он здоровый тут, в здании. Такой круглый. Он на бункере у Жани. Вижу. Убил. Не уверен, что это он. Вот убил. 5 минус хп. Да, он Вита собрал. Это он. Это не скеска была, это была Мио Витовская. И кейс для оружия. Твой Вид? Да. Ну он же говорил, что типа я уже готов на выход. Тысяч? И у тебя на 10 раз. Я с ней бегаю, я весь энергию не продала. Я звездочки продала. Правильно. Вышли. Ёпты. Это тоже случайно было. Это впереди, впереди, перед нами где-то, на КПП. А, ближе, ближе! На бункере! Умри, одного убил, фуловый. Это он кому-то кидал? Кидал, кидал. Я справа пушу. Я слева смотрю. Да, у меня голову. Сейчас посмотрю, клановый нет? Да, клановый какой-то. СВД мед. С теплом, да. С эмкой. Ой, еще с эмкой, теплом. А по кому бота? По вам, да? По мне, он мне голову пробил. Хитрёный псих набрал он тут всех магазинов. Кстати, когда они так одеваются, это не обычно дни не ходят. Походу, это реально сидит. Сейчас на грене будет. Вышка жопы? Да. На грене вот. Нет. Не вижу. Бел. Что со мной? Не помогает. Я слеп, типа, что ли, так поздно? Долго стреляли, срака какая-то. Тихо. А, еще один СВДшник, кстати. Вот его друг. Мы идем к тебе, Мэтт, хоть. А че он так далеко убежал, интересно? Разделились, видимо. Я на меченом бункере уже. Практически. Я на крыше шопа верта, там бот где-то шарится. У тебя внизу, да, где-то? Стунгузок. Справа. Куда пикает? В какую сторону? К забору? Двое. Понял. С
Слева. Слева, да? Вижу. Где они слева? Одного убила. Или я убил, не понял. В Меченке, над Меченкой второй этаж. Там же еще один носится, вижу. Да, он бежал. Он ходит. Я по боту. Я по боту. А ты поднимаешься? Я вышел на улицу. Нет, видимо, не я. Кто у торца ходит между Меченкой и жопой? Не я. Да я это, ебать! Блин. Я спросил, сорян. Долго говорю, правда. Я не понял, где между Меченкой и жопой. В туалете он тут, походу, был. Два трупа, кстати, в туалете. Это не может быть, потому что он убегал. Три трупа. Да, он тут еще один. Убил. Цайос. Он Серпов? Нет, на Т не короткий. Ну, Т. Цайос. Т. Цайос. Надо Серпова посмотреть. Он СМ1А, этот чел. Да, он. Ну все, отлично. О, еще один труп был, может быть, кстати. У меня какой-то берет с непролутанный. Точно. Ствоя залутанная сильно. Не буду пугать. Можешь убрать их из своей винтовки хорошей? Вид, работай, работай, что ж ты? У меня столб. Какой столб у тебя? Вот длиннодорожный стоит. Один на первом этаже в пристрое, второй поднялся на второй этаж. Хорош, убил вроде его. Да не поверишь, он мансовал просто как раз сбоку столба моего. То есть у меня столб обзор за этот загораживал. Того верхнего я сильно находился. Смотришь, Витов? Да, да. Пристрой есть? Не вижу. На крыше. Убил. Ой, ёб твою мать! На первом этаже еще один. Тебя АГС, скорее всего, убил. Тут АГС нет, работает. Нет, на первом этаже чувак, я его видел. Окей. С этой стороны. Военный склад, ты ландшафт закрой, чтобы я под него сильно... На первом. Убил. Второй тут же. На второй поднимается по лестнице. Убегает по второму этажу. Убил. Ты на лестнице, да, спускаешь? Да. Все? Да, возможно, все. С чем Аня была? С Хеклером? Я подхожу, я возле АГС. Я забегаю в здание, замер. Мы на выходе прям сидим. Я понял, понял. Шевелится. Начинаю чистить. Я по лестнице. По мне, он на первом. Одного убил.
Кто бежит за мной на первом этаже? Тобой. Понял. Я на третьем. Третий чист. Граната. Граната. Это третий. Немножко вот это вот с окнами в сторону бункеров. По-любому. Он в ней сидит прям. Тули по ножке гренады закинул. В сторону бункеров? Кто работает? Я тоже просто по окну. Да просто грен закинуть и все. Один хочу, чтобы он услышал. Я Серпов, сори. Думал, никого нету. Внутри. Убил его. Убил его? Я не знал, Серпов. Убил, да. Там туда хаена всякие пожарные еще, конечно. Да. Ай, блин. Поэтому нельзя толпой спрашивать много. Да, у него СВД, два жетона. Два? А, так я убил тут двоих. Ну там пупачек слышал. Да, пупачек. Все-таки не просто он исчез из вида. Где они? Там же. Внутри меч. Я пойду выйду. У меня брони нету. Ты заберешь кого-то? Серпова там. Брони нету, пускай. На крыше лежит? Третий этаж. Как шару подниматься влево. Босса убил. Дороже, что ли? Туалетов тут. Первый этаж, да? Да. На боковой лестнице убил одно. Это калаш был, не ЕМК. Я по железу только. Даю флеху. Убила? Ага. Убил. Ты убила тоже. Третий проверить также. Пойдем. А вот Энка. Да, туда выйду. Где третий у него калаш с магазином, блин. Магазин на 45. Закрыл боковую к машине. Одного убила. Ага. Ты где убила? Справа, слева? Слева. Убил, не могу. Этаж. Тише. Этаж.
Я на главной лестнице. Да, я на втором, Ты открыл? А по лестнице кто? Боковую, ты открыл вторую? Нет, нет. Значит он. Убил, возможно. Я на третьем, на главной лестнице. Блин, не зашла. Граната. Моя. Зашло. Я хожу. Ты на втором, да? Да, я на втором. Здесь чел в ЖК у меня мертвый. Один искачал. Да, да, ходит. Прыгнул. Ты, я прыгнул. По мне. Одного убил. Калаш, твой глушеный? Он. Так, ты из-за трёшки. Тише. Я за трёшки. Убил его. Контрольно. Я за трёшкой. Я двоих, да, тут убил. О, можно я броню скрою? Бери. Я тебя обратно скину, пишешь, я не успею это все. На холме. Я. Это что потом? А, тут уже. Вот, наверное. Нет. Не нет, бот. Там сидит, прям внизу? Сидит. Внизу? Нет, сверху. Не вижу никого там. Он был справа сразу за этим. Ходит. Там. На выходе. Сорвал. Пойдем. Не забил. Подбегаю, там где тип сидел. Я вниз спущусь. Шатан, ты не внизу? Нет, я у выхода. Я хожу, шатан, чуть-чуть. Это они рейдеров убили, походу, тут трупов много разных. Да, рейдеры. Ты у выхода, да, Шатаныч? Да. Второй это бот был вроде. Опа. Стоп. Там еще живот. Там еще живые есть, много живых. Вот так, минимум двое. Один минус. Вижу. Тоже с теплом. Второй. Еще. Твоя? Да. Где он, справа? Трое. Ой. Он слева, там, где ты последнего убивал. Вид, ты стоял? Да. Не вижу его все. Он там. Там бот где-то будет. Ой. По мне! Это ты был? Ну, молодцы просто. Просто они молодцы. Нас здесь все. Ты сказал, снизу там был. Кто сказал? Я сидел, лутал своих, которых я убил двоих. Ты сказал, снизу там был. Не было снизу никого. Ты сказал, снизу был. Нет.